Компания «Сататули Восток» является новатором в сфере экологии. Технологии, применяемые на предприятии, преобразуют органические отходы в тепло. Генеральный директор Андрей Центеров провел экскурсию по заводу и рассказал жителям про уникальные достижения и новаторство производства. Здесь получается, как можно сказать, до три в одном. Да? Утилизируем отходы, те, которые сейчас номер один, да, по утилизации необходимы. Ну, может быть, даже номер два. Это основное, это пластики и вот эти древесные отходы горючие, которые, да, и получение дешевого тепла. Завод существует на рынке уже более 30 лет и является настоящим экспертом в области производства отопительного оборудования. Предприятие заботится не только о природе, но и о потребителях. Такого баланса помогло добиться импортозамещение. Все используемое оборудование отечественное. Перспективы производства оцениваю очень хорошо, потому что даже сам я бы приобрел такое инженерное оборудование для того, чтобы топить свой дом, потому что это очень выгодно. На достигнутых успехах компания не останавливается. В планах на будущее – переработка отходов в электроэнергию. За время экскурсии многие химчане захотели заменить газовые отопительные приборы на экологически чистые. Ведь начинать всегда нужно с себя. Андрей Липанов, Дарья Писмаркина. Новости Химки ТВ.